Последний год из Тан и Грейсов. Вторая половина 2013-го ознаменовалась активной сменой корейского автопарка. Многие перевозчики рассчитывали на очередной перенос часа X, но его не произошло. Почти 90% маршрутчиков соблюли букву закона. Надежда остальных на авось и привела к проблемам в отдаленных районах. Сейчас мы работу в этом направлении провели достаточно, поставили в том числе на утренние часы пик автобусы большие муниципальные предприятия, городские маршруты. И если вопросы возникают, мы оперативно стараемся их решать. На совещании было отмечено, что уже в марте парк автобусов завершит обновление на 100%. Активно велась работа по упорядочению автомобильного движения. На дорогах установлены 1500 знаков и 10 светофоров. В плане, значит, безопасности дорожного движения, те мероприятия, которые проводились управлением в 2013 году, они повлияли на повышение безопасности дорожного движения в городе Улан-Удэ. А это сохраненные человеческие жизни, это, значит, меньшее количество травм жителей города Улан-Удэ, которые могли бы получить на дорогах Улан-Удэ. По-прежнему сложной остается ситуация на муниципальных транспортных предприятиях. Увеличивается износ подвижного состава, инженерной инфраструктуры. Залог стабильной перевозки горожан по-прежнему остается убыточным. Евгения Панарина, Сергей Соголов, Булат Бадмаев. Новости дня.